Братишка мой, сестреночка, экстренное включение, значит. Это я в Generation Zero. Продолжаем, значит. Наше выживание. Тут какой-то зашел в игру, какой-то ебенилово началось, значит. Тебе спасибо за палец вверх, как говорится. Продолжаем играть в Generation Zero. Тут где-то рядом кто-то воюет. Что это? Я внедряюсь. Значит. Мне нужен большой. Я не знаю, смогу ли я убить большого. Но здесь что-то жесткое происходит. Здесь еще один. А кого подсопортить? Господи! Боже мой. У нас тут наглядный пример ожесточенного противостояния. Блин, я тащусь от этой игры, это кайф. Собак убивают здесь. Мне нужно вот этого парня приструнить. А потом того. У меня патронов не хватит просто. Был бы он один... Не, он непробиваемый, смотри. Да что ж такое-то? Отработано. Да по баллону же! Нормально, нормально, нормально. Отработали, мальчик. Отработали. Идем дальше. Работаем. Вот этот непробиваемый. Смотри. Все, у него не... Он на броне, я понял. Этот парень на броне, короче, братик мой. Воюет вот с этими ребятами. Давай я попробую луткануть того, кого я здесь приложил. Чисто очень быстро. Чисто очень быстро. Понял, по мне работа идет. Короче, нам нужно на миссию с тобой отправляться. План бункер Сюрикен. Надеюсь, я там залутаюсь нормально. Бункер Сюрикен. Это куда? Ого. Это жестко. Ну ладно, я надеюсь, по пути я залутаюсь чем-нибудь. Ёлки-палки, ни хрена нас отправили с тобой просто. Вот это я... И там робот, смотри, огромный ходит. И там ребята на патруле какие-то. Ёлки-матрёлки. И там какая-то хрень выкатилась. Да что происходит в этой игре? Ресурсов, я надеюсь, я наберу, и мы базу с тобой отгрохаем. Пока ресурсов нету. И там война, и здесь война. Повсюду, посмотри, просто. Просто жесть. Роботы здесь себе нормально устроили войну. Прикольно то, что теперь несколько фракций роботов у нас имеется, да? То есть мы с тобой не одни, как говорится, не одинокие ребята. Не только против нас все сражаются. Я думаю, что мы сейчас с тобой пока добежим, мы найдем еще какую-нибудь территорию, возможно, военную, и ее пролутаем нормально. Мне надо было, наверное, бронебойные патры юзать. Для того, чтобы уверенно себя чувствовать. Вон, ребята, на патруле ходят. Радостные такие, красивые, маленькие мои. Тебе страшно? Мне да, блядь. Потому что их очень много. Посмотри, сколько их вокруг. И они все воюют постоянно. Мне, наверное, далеко бежать. Ой-ой-ой-ой. Мне придется столько всего найти, мне кажется, по дороге. Здесь вообще не пусто. Вон есть какое-то селение. Сейчас мы туда зайдем. Может быть, аптечек подлутаем, каких-нибудь еще механических предметов, которые мне нужны. Обвесы нужны всякие на пушки интересные. Прикольно днем, на самом деле. Мы с тобой несколько серий, получается, попали под ночь. А сейчас у нас рассвет. Смотри, красиво как. Ой, красиво, хорошо так. Нам с тобою за ебцом. Кто-то меня видит? Маленький. А чё такое-то нахуй? Что с тобой, братик? Нерабочий момент! Ну тебе пизда, маленький. Ты сам нарываешься! Я разберу тебе бронь. Ой, там резнулись кто-то! Это твои друзья, блядь! Ой, исчезли? Что? Это нормально вообще? Это законно? Или они не успели резнуться? Там же были ребята! А нет, вот они!
Ладно, в любом случае нужен экспириенс, мне нужно прокачивать персонажа на самом... А что здесь за хуйня, блядь? Чё, меня... Нет! Активи... Это чё, пли... Да мне не нужно готовить! Меня сейчас приготовят, блядь. Понял. Газовая атака на мой дом пошла. Я вас понял, уважаемый! Это меня газ бьет. Что это было? Что? Свет. Света нет. Заслали маленьких робот. Нравится вам? Хуй-то! Мне страшно в эту игру играть, это пиздец какой-то, нахуй. Сука. А там хуетень огромная. Блядь, что за движуха-то? Отработаем, нахуй. Блядь, и сзади. Все, мне пизда. Класс. Братала. Братанидзе, нахуй. Им пизда. Залетаем, братва! Числануть нужно. А ты нихуя себе! Прошу прощения. Чё, здесь? Блять, эта игра охуенная, она меня прям будоражит. Я прям тащусь от нее. Оружие бы какое-нибудь мощное, чтобы... Ты чё нахуй? На мансах. Нахуя я, мне не надо ему ебасосину вскрывать. Их много там. Бессмысленная затея. Уходим просто. Просто уходим, братишечки мои, сестреночки, блядь. Пиздец какой-то, разъёбченко начался. Ебать. Сейчас вот эти домики полутаем. Блин, движухи в этой игре просто неимоверное количество, братишки мои, сестренки. Просто нереальное ебенилово какое-то у нас здесь происходит. Просто огромное количество, несанкционированных действий, блядь, со стороны роботов. Они пытаются меня отжарить, понимаешь, прямо на моем видео. Чё, играешь в игру вообще? Рассказывай. Какой у тебя прогресс? Ебать, я такого не видел. Здесь что-то все разрушено. У меня нарушено, здесь все разрушено. Главное, чтобы не заметили. Ношусь я, конечно, как бешеный, но ладно. Нахер, нахуй. Нормально. Отработочка пошла. Ты чё, маленький, блядь? К
Хоть двери они не открывают, понимаешь? Вот это заруба, блядь. Вот это заруба, ребята. Текстиль. Нравится? Это я только начал развлекаться. Хорошо идет. Очень хорошо идет сейчас жаришечка. Моя территория, блядь. Ой, зачистил, ребята, зачистил просто. Это 1 000 000 лайков прям достойно. Ебать, мы с тобой здесь чистканули территорию. Великолепно. Великолепно просто, просто великолепно. Жалко, что лута с них вообще не дропнулось никакого нормального. Очень странные ребята. О, какая-то кассета. Глушак синий, но если что, мы разберем. Меня интересуют патры. Я патров много оставил, видишь? Вот у меня сейчас есть картечь и есть пуля. Пулевой патр. А здесь у нас бронебоечки. Ну что-то бронебоечки перестали быть нормально эффективными на самом деле. Там что-то большое ходит, рычит. А ну пиздякайтесь дальше. Вы мне не интересны. Мы дальше продолжаем идти над... Бой начался? Я никого не трогал. Схуяли бой-то начался, ребята? Я вообще никого не... Я никак, ничем. Блядь, это мне пересечь... Это мне нужно вот так по кругу идти сейчас, по берегу. Чекать ситуацию, да? Ладно, давай посмотрим. Насколько богато все у нас здесь оформлено будет по бережку. Никаких подозрительных вещей пока не происходит в игре. Это очень круто. То есть, знаешь, ни лагов никаких нет. Все так стабильненько, роботы хуячатся. Регион Северного побережья. Найдите и откройте командный бункер на Северном побережье. Отследить. Вот это вот что, контрольная точка. Тюльвильден. Тюльдильвен. Вендельтюль. Хм, азумус снайпы. Так он вообще минимальный, а так вообще пиздец какой. Забираем деревце. Забираем тоже деревце. Древесинка нам нужна. У меня патры кончаются. Ой, блядь, у меня оболочных нету. И бронебойных нету. Я, короче, отправился на вылазку. Заебись вообще у нас получается. По патронам все хуево. В принципе, нормально. Я думаю, мы сейчас встретим еще деревушку какую-нибудь, облутаем. Ну, не деревушку, может быть, какие-нибудь домики здесь находятся. Может быть, бункер какой-то в этом райончике есть. Мне написали про бункер на северном этом, но... Ага, вот он. Вот мы туда и отправимся. Бункер Хмельмельдин. Может быть, я найду там какие-нибудь ресурсы. Кто там, блядь, сейчас стреляет опять? На моей территории. Трах-бабах. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Слышишь? Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-та-ра-та-ра-та-та. Бля, стоит их драть, не? Чего, блядь?
Хотя бы большого вон того бы. Но он на броне, да? Нихуя ты, братик! Ну, они, видишь, агрятся на тебя больше. Мне нужен бункер Хмельберин. А, у меня пулевой же. Раби нет. Сталь с него снял. О, нихуя заводец какой-то. У меня сейчас пулевой патрон, но его нахуй. Лучше дроп или картечь использовать. Чтобы в баллон попадало. И аптечек нужно больше теперь. Что-то мы больше, кстати, не находим с тобой одежды никакой нормальной. Да, тут тоже есть роботы. Объект ФОА. Кто там? Ты чё, пиздюк? Какой-то штрих-код я нашел. Штрих-код, да, для бункера. С них штрих-коды мы и снимаем, получается. Для бункера Хмельмельдин. Ёбаный стыд. Здесь огромная херь ходит. Хмельмельберин. Хмельбельборн. Мне нужна еще одна часть, насколько я понимаю. Нормально, он меня не услышал. Здесь лутаемся сейчас. Это очень важно. Какую-то хуйню подобрал. Модуль проницающего видения. Заебись, у нас есть еще один модуль с тобой получается, да? Вот сюда его могу въебать? Нет. Но я могу въебать его вот сюда. Вот. И прицелчик бы мне нормальный на аэрочку. Не, он нормальный, в принципе, но... Хочется что-то пизже, хочется что-то актуальнее, понимаешь? Коллиматор какой-нибудь. Поудобнее. Для средних каких-нибудь дистанций. Мюльбельборн. Бельбромбомбрн. Здесь вход есть отдельный. Вот сюда. Иди нахуй. Пожалуйста. Спасибо. А вот здесь, может быть, я залутаю что-то пиздатое, ребята. Хотя... Выглядит, как будто это грузовики с Кока-Колой. Но видишь, что-то в них имеется. Древесина, нитки, материальчики всякие мы с тобой здесь полутать можем в них. Ну, что-то там для винтовки взял. Похуй, разберу. Мне нужен бункер Хмельмельберн. Идем в него. Полуавтоматический дробовик Сьёквист. Сьёквист. Висткё. Блядь, здесь же еще и просто так не вы... Дай, блядь, не нужен ты мне. Не хочу я с тобой иметь дел. Мы идем в бункер Хмельмельберн. Бельберьорн. Хмельмельберн. Там, наверное... мы, короче, штрих-коды, по-моему, все поймали, да, с тобой? Там их 3, наверное, нужно. Поэтому... Нормально, сейчас зачистим, может быть, охуенные обвесы найдем какие-нибудь пиздатые.
будет зайцом. Это метка. Командный бункер. Где-то должен быть охуевший вход. Где-то здесь, внизу. Это. Нормально все. Ты чувствуешь ход? Мы ходим вокруг бункера. Хьёль... Ага, я вижу постройку. Очевидно, это вход в бункер Хьёльмельбьёрн. Бельборн. Камбальёрн. Бельньёрн Хмаль. Пусть они внутри. Сканируйте, блядь, у меня все есть. В смысле, блядь? Мне не хватило? Как мне не хватило? Одного штрих-кода не хватило? Так, прошу прощения, техническая неурядица, закончилось место для записи. Но мы это исправим. Подожди, а в чем проблема? Хватает еще одного кода почему-то. Может быть, здесь робот местный есть? А, вон они. Вот этих нужно черепыжнуть, ребятишек. Вот, сука. Разберемся, ребята, блядь. Эх, хуй наведешься, блядь, с этой снайпой. Да это не снайпа была, сука. Путаю их из-за прицела. Нормально, нормально. Прям в глазочек. Так, нету. 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 Найдите другой вход в бункер. Ебать. Любочка, это то, что мне нужно сейчас. Потому что меня черепыжат роботы, как пиздец, чё. Не? Найдите другой вход в бункер. А сколько у вас здесь входов в бункер? И почему я же все штрих-коды собрал? Или один был в каком-то большом роботе специализированном? Как это работает у вас? Ребята, объясните. Как работает хуйня? Хотел бы так проникнуть в этот бункер я. Вот, сука. Нормально. Какая-то там охуевшая насадка, видимо, для дробовика. Подожди. Да? Да, для ствола заебись. Заебись. Насадили насадочку. Нам нужен какой-то другой вход в бункер. Как его определить, хуй его знает, да? С
здесь их несколько получается. Но, видимо, нам нужен не главный, а внутренний какой-то, да? Возможно, просто нужно внутренний этот. Через внутренний вход поиметь, как говорится, ситуацию. Вот, наверное, у нас горит. Мы сейчас попробуем. А, здесь нет питания. Заебись. Подожди, я же через этот вход зашел. Все это выглядит крайне странно. Там хуетень ползает, смотри. Приехала какая-то залупа. Вот здесь, наверное, у нас где-то вход должен быть, очевидно же. Пожалуйста, у меня все есть. Ладно, может, и здесь что-то пиздатое будет. Тут ксеноморфы рядом. Рычат. Опа. Залупа. Оружие здесь не очень. Очевидно, есть еще какой-то вход. Меня сейчас больше интересуют ганы. Опять противогаз. Глушитель для ППшки. Да хуя противогазов. Ну просто нереальное количество. Все они однотипные. Посмотри, сколько противогазов просто. Противогазов. Просто напихуярено в игре. Я же здесь лутался, не? И ни одного ящика с пушкой, понимаешь? Это мы с другой стороны немножко зашли. Блять. У меня такое ощущение, как будто здесь сейчас локация генерируется. Мы же тут были. И там другая была тема. Очень странно. Хюльмельбьерн бемберинден. Вот этот вход, видимо, нас интересует. Да что за нахуй-то? Ну все же есть же, а? Журнал. Сеть командных бункеров. Бункер. Вот у меня все есть. Система штрих-кодов неисправна. Мы ее отключили. Вход через восточную дверь по голосовому подтверждению. А-а-а, это вход через восточную дверь просто нужно найти было. Штрих-коды-то есть, а система не работает, блядь. Нам нужен вход через восточную дверь по голосовому подтверждению. Естественно, блядь. Так и надо было сразу же сказать просто. Вот же, вот он, блядь. Эти системы падений в играх. Вот, сейчас я покажу тебе. Естественно, я же знаю, где эта восточная дверь. Просто подходим и в микрофон говорим. Типа, это я. Пускай меня в бункер. Вот она. Вот он вход. Смотри. Восточная дверь, вот она. Вот. Вот сюда заходишь. И ты в бункере, Хюнельбербельберин. Нихуя себе маленький. Ты на присосочке, что ли? Здесь очень темно и мрачно, если честно. В этом бункере хьёдмельбёльберен-бемберен. И опять что-то рычит, блядь.
Нет питания. Сука! Я не войду просто так сюда, ребята. Этот бункер Хельмельбельберен, он, блядь, серьезный. Восстановите электроснабжение бункера. Здесь должен быть какой-то проход. И чтобы мне попасть внутрь, мне нужно восстановить электропитание. Для бункера Хельмельбельберен. Видимо, какой-то коридор мы с тобой пропустили. Ну, как бы так-то логи... Нет, смотри, мы нихуя не пропустим. Мы заходим сюда. Мы проходим сюда. Прямо у нас туда, куда надо. Налево у нас помещение. Помещения складские, которые, возможно, имеют какой-то проход, который мы с тобой не видели. Но нет, они не имеют ни единого прохода, ни единого спуска. Счетчиков питания я здесь никаких не вижу. Получается, мне нужен еще один вход какой-то. А нихуя. Мне просто нужно было пройти сюда. И вот здесь, видимо, восстановить питание для бункера Хельмельбельберен. Ёбаный... Зачем в игре так много противогазов брать? Где противогаз? А, я что, ни одного не взял противогаза? Я одел противогаз. Так. Клапан какой-то выключить. Газ. Как это работает? Вентиль. Здесь же показана ручка. Смотри. Питание сделал. Ебать. Надо снять противогаз. Бля, ну это охуенная игра сделана на самом деле. Бля, ты посмотри. Ты. Вместо очков ты надеваешь... О, солнцезащитные очечи. Их можно снять, и, наверное, будет светлее, насколько я понимаю. Ну-ка, давай-ка проверим. Профиль. Хуй его знает. Очки и очки. Короче, ребята, это охуительная игра. Я тащусь от ее прохождения. Очень много интересных моментов она мне доставляет, предоставляет, как говорится. И я надеюсь, что тебе тоже нравится вместе со мной в нее. Ебенец. Поэтому не забывай поставить лайк. Вот. А мы с тобой продолжим исследовать бункер Хельмельбельберен. На следующем видосе, братишка, моя сестренка. Пиши, что думаешь. С тобой был я, отец Шимору, это был Generation Zero. И мы охуенно провели время, тебе не кажется? Мне кажется, да. Пока-пока.